Здравствуй, Даша. О, пипец, посмотрите, ребят. Ну-ка, Тазик, лежать. Лежать. Тазик. Тазик. Лежать. Пипец, ну Джина, ну уйди, ты видишь? Тазик заболел, Джина. Да, я поснимаю его глаз, покажу. Уйди. Открой глазик, Тазик. Вон, смотрите, друзья, что-то. Короче, второй день у Тазика глаз затекает. Прямо вот эти вот желтые какахи. Жесть. Тайшин, ты чё болеешь, а? Что с тобой? Димка, чё с Тайшином? Ты не знаешь? Тайшин, подожди, давай сейчас прочистим. Вон, смотрите. Офигеть. Да, Джина, видишь, какашки какие. Наверное, какая-то инфекция попала Тазику. Стой, стой, стой. Почистим, Тайсон. Ну, вот тут тоже какашки, но они прозрачные обычные. А вот здесь прям желтые такие, больные. Конъюнктивит. Да, Тайсон? Ну, глазик даже он немножечко. Это мы, короче, это... 2 дня назад с Тазиком игрались. Он любит прыгать на мои башмаки. И тут случайно попало ему в глаз. Башмаком. И вот он после этого моргать начал. 2 дня моргает, и у него что-то глаз затекает. Видимо, повреждения какие-то. Может, грязь попала туда в глаз. Да, Джинка? Ну, ничего, пройдет, я думаю. Да, Тайшин? На улице нормально бегает. Вот по утрам мы только что вот проснулись. По утрам у него вот такие какашки собираются. У Джиночки глазки чистые, да? Как бриллианты. Тата, сейчас гулять пойдем. Красавцы мои, собашки. Ай, Тасюшка такая. Тима, как Джинка любит Тазика. Сладкая Твикс парочка, шоколадная. А? Обе шоколадки такие классные. Тарик, не болей, мой хороший, ладно?